две двойки и две девятки. Серийный номер его банкнота 1000 тенге, который лежит на байку поверхности 15 октября. Двойка – это число познания. Энергетика познания получает усиление в два раза в этой банкноте, потому что двойки расположились снятно. Девятка – это число духовности. Энергетика духовности получает усиление в 2,5 раза, потому что девятки участвуют в трехзначной зеркальной цифре 919. Поэтому достаточно такая интересная банкнота, да?